На зв'язку із громадським Арсен Сівіцький, це директор Центру досліджень стратегічних та зовнішньополітичних досліджень у Мінську. Арсен, добрий день, спасибо, что к нам присоединились. Мой первый вопрос к вам по поводу марша нетунеядцев в Беларуси. Чего нам ждать 25 марта? Как вы считаете, каковы шансы на успех этого протеста? Ну, судя по последним заявлениям и высшего руководства, а я напомню, Александр Лукашенко недавно заявил, что декрет, так называемый декрет о тунеядцах, не только не отменен, но и даже не приостановлен. Хотя буквально неделю назад белорусские власти посылали соответствующие сигналы о том, что все-таки на исполнение этого декрета наложен мораторий, и наложен он самим Александром Лукашенко. Видимо, ситуация за прошедшую неделю изменилась, и таким образом, к сожалению, можно говорить о том, что есть все основания для того, чтобы протесты, которые пройдут 25 марта, так называемый День воли, и на следующий день, 26 марта, в регионах состоялись и состоялись более массовыми, чем это могло бы быть, если бы все-таки белорусские власти скорректировали свою поведенческую стратегию и каким-то образом спустили декрет о тунеядцах на тормозах. Главный риск, который на сегодняшний день существует, с моей точки зрения, это то, что протесты 25-го из социально-экономических будут трансформированы в политические, по крайней мере, ряд оппозиционных фигур, это и такие известные белорусские оппозиционеры, как Статкевич, Некляев, Дашкевич, пытаются эти протесты конвертировать именно в политические и требовать не только отмены самого декрета, но и отставки белорусского правительства и лично Лукашенко. Существуют риски того, что вот эти марши 25 и 26 могут закончится, ну, неким силовым противостоянием, каковое мы, например, наблюдали в декабре 2010 года во время так называемой площади после оглашения результатов президентских выборов. Вот интересно, если все-таки говорить о успехе этого протеста, если представить, что все-таки вот этот протест соберет очень много людей, как вы считаете, может ли быть некое повторение сценария украинского, связанного с ответом со стороны России в виде некой агрессии? Как вы считаете, можно ли говорить об этом, об этой реакции на успех протестного движения в Беларуси? Ну, дело в том, что ситуация с успехом протеста в Беларуси осложняется еще тем фактом, что они во многом обусловлены такими объективными обстоятельствами, как ухудшение социально-экономического положения базисного электората самого Лукашенко. То есть нужно понимать, что сейчас выходят протестовать те люди, которые за Лукашенко голосовали в 2010 году и в 2015 году. То есть эти протесты не являются результатом мобилизационной деятельности белорусской оппозиции. К сожалению, сегодня существуют все основания полагать, что во время подобных манифестаций могут появиться различные диверсионные группы, целью которых является спровоцировать кровопролитие между властью и
протестующими, таким образом дестабилизировать военно-политическую обстановку в стране. И нет никакого сомнения, что Россия будет использовать данную дестабилизацию как повод и основание для вмешательства во внутренние дела Беларуси политическим, ну или военным путем. По сути, вот то, что мы наблюдали в случае российско-украинского конфликта, когда он начинался в 2014 году, когда Россия именно фактор военно-политической дестабилизации обстановки в Украине использовала как обоснование для аннексии Крыма, то есть вмешательство во внутренние дела Украины. Ну а дальше и дестабилизация обстановки на востоке Украины. Поэтому, к сожалению, такой риск существует, и по всем косвенным данным, из анализа информационных потоков, которые возникали все это время и в российских медиа, и здесь, в Беларуси, но, к сожалению, вот можно сделать вывод, что некие силы пытаются создать информационное легендирование для вот появления таких диверсионных групп, которые могли бы вот эту ситуацию здесь дестабилизировать. И, к сожалению, белорусские власти тоже вносят в это значительный вклад, когда по телевидению озвучиваются вот эти фантастические истории о том, что якобы на территории Украины, Польши, Литвы западные спецслужбы готовят боевиков для того, чтобы их впоследствии инфильтрировать на территорию Белоруссии с целью подрыва конституционного строя, совершения так называемой оранжевой революции и так далее, и так далее. Арсен, спасибо вам огромное за комментарии по этой теме. На зв'язку з нами був Арсен Сивіцький, директор Центру стратегічних і зовнішньополітичних досліджень з Мінську.